Друзья, всем привет! Хочу показать вот эту ловушку. У меня в нее попался рой. Уже эта ловушка у меня стоит на территории моей пасеки. Ну, я не знаю, где-то примерно месяца полтора-два, где-то вот так вот. И сейчас я хочу заглянуть вовнутрь, просто открыть крышку и посмотреть, что там внутри. Так как я не стал пересаживать этих пчел в улей. Во-первых, у меня не было на то время пустого улья, а во-вторых, я и не хотел. Я хотел сделать вот такой вот эксперимент, что они сделают, натянут там вот. И сейчас давайте, друзья, откроем и посмотрим. Итак, друзья, я пытаюсь сейчас снять крышку, но не получается ее снять, так как они, скорее всего, там прилепили языками к крыше. И это, знаете, друзья, очень, как бы, ну, сложная ситуация. Сейчас я постараюсь их как-то открыть, и также, чтобы языки не попадали там на землю. Так что, друзья, давайте сейчас я попытаюсь открыть. Итак, друзья, я с большим трудом открыл крышку, и смотрите, что здесь меня ожидает. Это просто жесть. Вон, посмотрите на крышку. Это нереально просто, вообще, я в шоке. Я просто реально в шоке. Как такое возможно? Это как раз вот цвел подсолнух, и это у них подсолнечный мед. Но эту семью я буду отдавать моему другу, и поэтому мы вот это вот все будем вырезать. Так что, друзья, контролируйте мой канал, так как скоро выйдет видео, где я буду пересаживать этот вот рой, вот эту семью в улей, и буду вот эти все соты я буду вырезать. Я просто не представляю, как это делать. Это будет очень сложно. Так как здесь пчелы, также вы видите, что ее здесь немало абсолютно. Вот там вот везде все пчела. Здесь рой очень хороший был. Вот так вот сложно. Посмотрите, от тяжести, как вот покоребило всю вот эту вот ловушку. Но сейчас плохо, может, видно. Ну вот, вот видно. Вот где шурупами прикручено, рамки прикручены шурупами. Вот здесь также. И здесь все ямками взялось. И также смотрите, что произошло. Проломала также из-за этого всего, от тяжести от этой, проломала вот здесь вот сверху, и они еще прогрызли. Вот здесь вот оно прямо ямами вот такими вот взялось. Не знаю, как вот сделать. Ну вот, видно трошки. Оно, они там начали лепить языки, и начало гнуть вот эту ДВП, и попрогибало. Так что, друзья, это был у меня, ну, такой вот эксперимент. Теперь я буду знать, что нельзя такого делать. Оставлять в ловушке из ДВП. Нельзя оставлять рой. Так что вот, друзья, контролируйте мой канал. Скоро мы будем этим заниматься сложным делом. Поддержите также лайком и подпиской, кто еще не подписан, друзья. Всем пока, до новых встреч.